Когда мы решаем вопрос, когда вы решаете вопрос, как нам быть с Путиным, вы решаете вопрос не столько помощи нам, сколько помощи себе. И тут есть очень простые, но весьма серьезные обстоятельства. Россия может сохраниться как государство в нынешних границах, только будучи демократической федеративной страной. Других сценариев не существует в природе. В качестве автократии, в качестве диктатуры она неизбежно распадется. Я напоминаю, что когда распадался Советский Союз, то была страна, вновь появившаяся Россия, которая взяла на себя ответственность за контроль над ядерным оружием. Задайте себе вопрос, что будет, если распадется Россия? Поэтому демократия в России – это наш общий интерес, коренной интерес, интерес существования Европы и существования мира.